Пусти, сучоныш! Чуть не убил меня металлолом долбанный. А вот и я, внучок. Спасибо, Бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу, чайку попьем. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо! Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен? Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал! Я прекрасно понимаю... Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ Сечин, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро товарищ рабочий класс Сечинов на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР. Запуск нейросети «Коллектив». Запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сечинов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сечинов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня... Вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов.
Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзин. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, Милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Гам, знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшкав знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Че смотришь? Ты нам не дыру протрешь, малой. Не шатайся попусту. Нормально делай, нормально будет. Че смотришь?